Для СОБРа нет закрытых дверей. Информации о том, что в этой квартире удерживают двух несовершеннолетних, в управлении Росгвардии по Ивановской области поступило от органов внутренних дел. Хозяин жилья, 22-летний ивановец, предположительно в состоянии наркотического опьянения, отказался выпустить подростков, угрожал причинить им вред. Когда мы прибыли, там была уже невнятная речь, и какие-то стоны, там вскрикивания. Возможно, кому-то уже нанесли какой-то вред здоровью, поэтому... Посоветовавшись с начальником полиции, я принял решение применить сотрудников СОБР. Оценив обстановку и убедившись в нецелесообразности применения оружия, руководитель Росгвардии отдал распоряжение провести штурм без единого выстрела. Задачу СОБР выполнил. Подростков освободили. Злоумышленника передали в руки следователей. Им и придется квалифицировать его действия.